привет! Ты на канале Magic Pets, я Миша, лайк! Ставь нам лайк, свой милый пальчик вверх, вот. А это Софи. Привет, и не забудь подписаться на наш канал. Сделай наконец-то эту красную кнопочку серой, она вот там внизу. Подпишись, чтобы нас скорее стало уже 2 миллиона. А мы клипснем на 2 миллиона, давай, договорились? Спасибо. Да, и пиши свои комментарии. Обязательно напиши что-нибудь. А это Эйвен, мой муж и брат Софи. Привет, ребята. Привет, я покемон Вимичу. Привитос. Да, короче, делай то, что все они сказали, и погнали, да? 1 сентября, ребята, нашей киске Алиске исполнилось 2 годика. Но Аня очень сильно заболела и не могла снять видео. Зато сейчас на нашем семейном канале Magic Family она сняла такой крутой ролик в честь дня рождения Алисы. Подписчики управляют днем рождения кошки. Это так прикольно! И даже покрасили кису Алису. Обязательно посмотри это видео. Ссылку на этот ролик мы ставим вот там внизу в описании. Потом сходи, поставь лайк киске. Они старались. И на Анином канале Анимаджик тоже вышло видео. Смешилкины. Последняя серия. И правда ли она последняя? Я не знаю, последняя она или нет, но самое крутое то, что она вышла. Я очень ждала, это мой любимый сериал. Короче, сходишь потом, посмотришь новые ролики везде. Эй, вы, вообще-то сегодня мы снимаем ролик по мой день рождения. Долбаные мухи, блин. Достали. Ну да, мы-то не подарили кисе Алисе подарков. И не отметили ее день рождения с ней. Черт, подарки, блин. Да. Так что сегодня, ребятки, вообще-то мы с вами договаривались, что вы хотя бы на полдня уйдете, чтобы я побыла с Аней. Потому что вы и так с ней проводите больше времени. А потом вернетесь с подарками, да? Короче, если ты не в курсе, мы живем в загородном доме. И киса Алиса постоянно где-то шляется. И, конечно же, она реже проводит время с Аней. Поэтому мы договорились пару месяцев назад, что дадим киске Алиске потусить вдвоем с Аней. А потом мы придем дарить подарки. Зачем вы им все объясняете? Они что, идиоты что ли? Валите давайте уже по магазинам. Короче, ладно, мы погнали. Готовить подарки киске Алиске. Интересно, а она с Аней-то договорилась вообще? Не знаю. Ну что, киска Алиска, 1 сентября был твой день рождения. Поздравляю с 2 годиками. Да уж, еще на год состарилась. А где ребята? Че ты тут одна? Я их отправила за подарками. А с чего ты взяла, что они у них не готовы? Просто я их слишком хорошо знаю. Понятно. Ну что, пойдем? Я думала, мы будем играть весь день. Ты что? Это же твой день рождения. Блин, начинается. Для начала давай тебя расчешем. Ты же хочешь быть в день рождения красивой девочкой? Нет, не хочу. Ну, Алиса, хотя бы в день рождения. Не хочу. Алис, перестань, это ответственный день. Не хочу я расчесываться этой фигней. Я хочу ходить лохматой, грязной. Не мыться, не расчесываться не буду. Мой день рождения, делаю, что хочу. Ой, все. Ты вообще обещала мне на день рождения, кроме торта, еще мороженое приготовить. Я помню, сейчас приготовим. Давай быстрее уже. Да сейчас же, ну, я налила молока, надо еще палочку вставить. А можно я просто молочка попью, а? Подожди, ну мы же договаривались мороженое. А я уже передумала, могу просто молочка попить. Киса, Алиса, ну так нельзя, ну. Ну это же мой день рождения, я вообще должна решать, что делать, дай. Нет, все, пусть стоит, замораживается. Все, я на тебя обиделась. Ты обещала, что в мой день рождения покрасишь меня в серенький. Ты все наврала, обманула меня. Не обманула я тебя, вон я даже краски приготовила специальные для животных. Давай, ложись, я тебя покрашу. Но только я ничего не обещаю, потому что я не умею ими пользоваться. Ну давай уже, а. Что-то я нервничаю, давай брызнем на лапку и посмотрим, как получается. Ну что там? Алис, по-моему, получается какая-то фигня, если честно. Да ну тебя нафиг, делаешь еще из меня уродика какого-нибудь. Все, отстань, все, не надо мне ничего. Извини, конечно, я не профессиональный грумер, иди в салон красоты. Бесишь. Окей, извини, у тебя же день рождения, давай я сделаю тебе поздравительный массаж. Не надо мне никакой твой массаж, это какой-то фигней непонятной. Вообще-то это специальный массажер, ну смотри, приятно же? Нет, неприятно. Ну ладно тебе, ну кис, Алис. Не нравится. Им еще можно щечки массировать, давай я тебе щечки помассирую. Да отстань, не хочу я щечки массировать этим монстром. Да не монстр это же массажер, ну кис, Алиса, ну что ты? Я хочу играть, отстань от меня. Ладно, играть так играть, у меня как раз есть для тебя 2 подарка в честь дня рождения. Указку или удочку? Сначала указку, а потом удочку. Как скажешь, это же твой праздник. Смотри. Никогда не думала, что указки это такая скукотища. Как же скукотища? Вообще-то все кошки любят указки. Играй давай, это же подарок. Что-то неинтересно. А вот так. Туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. Как насчет такого варианта? А сейчас голова закружится, перестань это делать. Что ты думаешь, я дурочка и не понимаю, что это ты? Нет, это не я, это она сама так делает. Ага, конечно, сама. Ой, она куда-то там на стену улетела, опять, ее вообще реально поймать или нет? Не знаю, киса Алиса, попробуй. Где она? Ты ее видишь? Короче, так себе игруха. Алис, ну ты такая зануда, а? Может, второй подарок? Смотри, откуда тут птица в доме? Надо ее поймать. Я люблю ловить птичек и сжирать их, так же, как и мышек ловить и сжирать. Киса Алиса, а ты уверена, что это птичка? В смысле, конечно, это птичка, я должна ее поймать и сожрать. Так, ладно, так, а ты давай второй подарок-то мне дари. Так это и есть второй подарок, это удочка, ты чё, Алис? В смысле? Разве это была не птичка? То есть ты меня разыграла, это был пранк, да? А на самом деле это была эта палка. Ах ты,
Алис, хватит ворчать и капризничать. На, лучше поешь своего кошачьего мороженого. Ух ты, она уже готова, давай. Держи. А еще ты обещала мне тортик на день рождения. Ты всем готовишь тортики. Так что я сейчас схожу, покрою каким своим делам. А ты пока приготовь мне торт денерожденческий. По каким еще своим делам? По неотложным делам. Алис, ты платье наряди, пока я торт готовлю. Для фоточки в Инстаграм. Да давно уже, только тебя жду. И подарки от мелких. Ну что ж, киса Алиса, поздравляю тебя с твоим днем рождения. Я даже тебе кошачьего вина налила. Помнишь, которое мы покупали специально? Оно безалкогольное, оно на травах. Желаю тебе быть не такой злюкой. Ага, конечно. Спасибо за тортик, наем завтра. Обожралась. Дай хоть фотку в Инстаграм сделаю. И потом я сниму это дурацкое платье. Ладно, ладно. А вот и ребята вернулись. Ну чё, где мои подарки? Сейчас, я думаю, они тебя поздравят, да? Ну, давайте уже поздравляйте. Ой, опять муха. Эти дурацкие мухи меня достали. А ну-ка, иди сюда. Блин. Давайте я первая начну. Мой подарок — это игрушка Hello Kitty. Ух ты, ничего себе, она огромная. Это пока что самая большая Hello Kitty в ее коллекции теперь. Ничего себе, Мишаня, какая ты молодец. Какой продуманный подарок. Явно не лишь бы что. Давай сюда. Поздравляю с днем рождения, киса Алиса. Тебе нравится? Ну, если учесть, что мне уже 2 года, и я выросла из детских игрушек. Киса Алиса, но ты же их коллекционируешь, разве нет? У тебя же их целая коробка. Где? Тут я про нее забыла. Вот целая коробка Hello Kitty. И ты, между прочим, обещала ребятам сделать целый видеообзор всех своих Hello Kitty. У меня еще вон мини есть. Да, на которой ты села попой. Их у тебя очень много. И они все самые разные. Ну-ка скажи Мише спасибо. Спасибо, Миша, лайк. Не за что, киса Алиса. Желаю тебе, чтобы все твои мечты сбывались. Так не бывает, но ладно. Киса Алиса, что за пессимизм? И вообще, ты будешь продолжать их коллекционировать или нет? Я еще подумаю, но может это и неплохая идея. Следующий подарок. Чур. Мой, как раз раз ты считаешь, что ты уже взрослая девочка, то я дарю тебе кое-что очень полезное для... Блин, не могу никак взять. Давай сюда, Софиш. Это сумочка. Прикольно ты придумала. Только, правда, ты ее немножко уже обслюнявила. Так, киса Алиса, смотри, какой женственный и гламурный подарочек. Ты можешь сюда складывать какие-нибудь свои вещички и ходить с этой сумочкой. Но я еще не настолько, типа, гламурная и женственная. Что я туда буду складывать? Ну, ты же сказала, что ты уже типа взрослая девочка, а у взрослых девочек есть что сложить в их сумочки. Мне кажется, она очень миленькая. Скажи спасибо, Софиша. Да, спасибо большое за красивую сумочку. Не за что, и с днем рождения. И желаю тебе определиться в жизни. А то тебе не угодишь. Игрушка слишком детская, сумочка слишком взрослая. Вот, поэтому я дарю всем книги. Книги? Книга — лучший подарок, как говорится. Независимо от возраста. Ну, в принципе, Эйвен, ты даже прав. С днем рождения, киса Алиса, и желаю тебе быть умнее. А для этого надо читать книжки. То есть это что означает, по-твоему, Эйвен? Что я тупорылая, что ли? Что за книжка-то там? На книжке, кстати, написано «С годом собаки», потому что тебе еще 1 год, и ты вечно говоришь, что ты собака, а не кошка. Я так говорила, потому что я выросла с собаками. А теперь ты так уже не считаешь? Теперь я выросла и поняла, что я самая настоящая дикая кошка. А не собака. Я даже гавкать не умею. Понятно, все взрослеют. Ладно, скажи Эйвену спасибо за подарок, а? Спасибо за подарок. Не шкафу, а Эйвену, Алис. Ой, спасибо. А это мой тебе подарок, киса Алис. Какую очередную фигню на этот раз покемон подарит? Поздравляю! С днем рождения! И что это такое, Юмичок? Крыса! Крыса? В смысле? Ну, киса Алиса же ловит мышей, вот и антистресс-крыса. Крыса? Антистресс? Вообще-то ничего нового. Ну да, то Юми дарит носки. То консервы. А теперь вот крыса, да. Че? Не, ничего, ладно, давай посмотрим на твою крысу. Вечно вы это, старики, обсираете мои подарки. А сами-то че? Кроме подарок, крыса. Че? Вот, держи, киса Алиса. Так, и что с этим делать надо? Как этой фигней крысной пользоваться? Так, ну, давай я тебе помогу, распакуем, посмотрим. Это антистресс. Она как, не знаю, липучка, что ли. У нее вот такой вот хвост, потому что она растягивается. И красные глазенки. Короче, это прилипучий, тянучий антистресс. Будешь снимать стресс не живыми крысами. Нет уж, крысы и мыши я все равно буду ловить. А этот пусть для дома останется. А еще его можно сжимать. Вроде бы это тоже одна из разновидностей скрыш. Что значит, это липучка? Фу, он правда липкий. Ага, а кошки, говорят, липкое не очень любят. Играть им прикольно, но лапа к нему правда прилипает. Ага. И как же тогда его словить, а? А вот я не знаю, будешь сама догадываться. Фу, он липнет ко мне. Смотри. Ого, он застрял. Только как теперь его оттуда вытащить? Эй, крыса, вылазь давай. Крыса, крыса. Эй, крысятина, вылазь давай, крысятина. Ага, свалился. Эй, хвост залип. Ага,
Поймала. Похоже, Кисе Алисе очень даже понравился Юмин подарок, да, Алиса? Тихо, я за ним слежу. Вот видите, а вы говорили. С днем рождения, кота-монстр. Кисявка! Поздравляю тебя с 2 годиками. Спасибо вам всем большое за внимание. А мне, несмотря ни на какие праздники, нужно решать очень важные дела. У меня тут уже очень давно разборки с вот этим вот цветком. И я должна его победить. Понятно, короче. Ну что ж, ребятки, пишите Алиске поздравления. И идите, смотрите новые видео на других наших каналах. Подписчики управляют днем рождения кошки. И Смешилкины и Они. Ссылки вот там внизу в описании. Поздравляем! С днем рождения, киску, Алиску, и ты тоже поздравляй. Ура! А давайте самое интересное поздравление покажем в следующем видосе. Поздравляем! С днем рождения! С днем рождения! Ура!